Во Владивостоке в этом году ученики общеобразовательных учреждений изучают шахматы, в том числе в школе номер 32. Здесь обучают первоклашек и пятиклассников, которые, несмотря на малый опыт, уже делают свои первые успехи. На данный момент мы видим, что те классы, которые вошли в проект «Шахматы в школу», стали более усидчивы. Дети стали более активны в плане высказывать свое мнение, потому что закон шахмат как? Взялся за фигуру – ходи. У нас появятся скоро на вот этом этаже, где мы с вами находимся, шахматные зоны. Вот будут такие высокие красивые стулья цветные. На подоконниках это пространство мы будем использовать для расположения шахматных досок. Несмотря на то, что школьники занимаются шахматами пару месяцев, педагоги замечают первые достижения, а главное – интерес детей к этой игре. Но они уже знают, что такое шахматы, как они ходят, как стоит доска, как они располагаются. То есть для меня уже успех – это то, что когда я прихожу в класс, а дети уже сами знают, как и где стоят шахматные фигуры. Какой-то материал они проходят в начале занятия, то есть осваивают что-то новенькое, чтобы они понимали, о чем идет разговор, а дальше идет укрепление. Напомним, проект «Интеграция учебного курса шахматы в образовательную среду» был инициирован администрацией Владивостока. Сейчас интеллектуальную игру преподают в 11 школах и в 2 центрах образования города. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на 8.